Я очень боялся, как сказать, агрессивного. Боялся каких-то претензий. Значит, ты считаешь, что у девушек хуже развита реакция? Только в том, что касается вождения. Мой бывший вечно говорил, девчонки постоянно отшивали меня в школе, а сами красились, чтобы обхитрить меня. Да. Да ты тоже можешь накраситься, чувак. Вот именно. Привет, меня зовут Таисия, мне 30 лет, я соосновательница проектов Kinky Russia и бурлеск-шоу Ladies of Burlesque. Мое лучшее свидание стало моим худшим свиданием. Мы смеялись, говорили друг с другом обо всем, мы целовались, гуляли, и я уехала с этого свидания с полным ощущением, что ну это навсегда, и больше он мне не позвонил. Наверное, главный недостаток в мужчине – это сексизм и нетолерантность. Часто, когда ты говоришь или пишешь в Тиндере, что ты занимаешься кинки-вечеринками или бурлеском, сразу почему-то парни пишут исключительно про секс. Абсолютно не обязательно, что если я кинки, я хочу только one-night stand или быстрых свиданий. Мне, как и любой женщине, хочется иметь человека, которому я могу доверять, который бы уважал меня и принимал такой, какая я есть. Меня зовут Бекки Янг, мне 30 лет. Я основательница клуба «Против диет» и ивент-продюсер, а еще я феминистка. Мужчине для меня важнее всего, чтобы он был заботливым, умел посмеяться над собой и в идеале, чтобы не был женоненавистником. Лучшее свидание в моей жизни было, как ни странно, с парой. Худшее было с врачом, который постоянно меня перебивал и осуждал других гостей в ресторане. В итоге ресторан оказался еще и супердорогим. Было ощущение, что все это бесполезная трата времени и денег. Все мы не без греха, но если ты нетерпимый и упрямый, мы не сойдемся. Меня зовут Най, мне 22. Я работаю с людьми с инвалидностью, и я феминистка. Одно из моих самых давних хобби — это игра на виолончели. Я часто играю в свободное время. Худшее свидание в моей жизни было с парнем, который мэнсплейнил без остановки. А я люблю поговорить, и если собеседник не дает мне и слова вставить, меня это, конечно, раздражает. Вне зависимости от ситуации, когда разговор заходит о феминизме, атмосфера накаляется и иногда доходит до перепалок. Так что мужчина, который готов выслушать и хотя бы ответить вежливо, даже если он не совсем согласен, это уже здорово. Если он уважительно относится к окружающим, неважно, женщинам или мужчинам, и он спокоен, он мне понравится. Мне нравятся спокойные мужчины. Да. Привет. Как жизнь? Хорошо. Давно не виделись? Ага, как сам? Не жалуюсь, все отлично. Привет, как жизнь? Я рада, что ты добрался. Да, извини, что так долго, немного заблудился. Ничего, ты извини за все эти камеры. Расслабиться, что ли? Выпьем? Давай. За встречу. Так, лучше налью в стакан. Вот сейчас я слышу, как играет фортепиано, и жалею, что бросил учиться играть. Классные татуировки. Можно, пожалуйста, тоже бутылку воды? А, точно. Холодную? Тогда две бутылки, одну комнатной температуры, пожалуйста. Какие у нас разные взгляды. Я не пью воду комнатной температуры. Правда, только холодную? Чем занимаешься в Лондоне? Сейчас работаю на владельце хостела, в котором живу. Помогаю ему понемногу и с тем, и другим. А, работаешь в обмен на комнату. Ну да, это скорее компромисс. Сейчас так проще, вот и все. Ты плотник? Ну, вроде того. Был им, по крайней мере. Когда ты в последний раз был на свидании? Прям на официальном свидании? По-дружески или в романтическом смысле? Не знаю как, странный вопрос. Романтическое было месяц назад. Прошло отлично. Какая она твоя идеальная девушка? Я не очень люблю хвастаться такими вещами. Ничего, понимаю. Мой идеал? Внешне? Да. Мне нравятся брюнетки.
Ладно, а во всем остальном? Мне в девушках нравится прямолинейность, честность, ну и уважительность. И как это началось? Слушай, началось лет 5 назад. Я сходила на пару вечеринок там, и меня прям торкнуло, мне понравилось. Именно бурлеск? Нет, это были фетишные вечеринки. Mm-hmm. С бурлесками я познакомилась позже, чем с кинки-вечеринками. А кинки — это как переводится? Кинки — это как странный, извращенный, сексуальный, не такой, как все, необычный. Занимаюсь Kinky Russia проектами. Это сразу три проекта вместе. Кинки-вечеринки, кинки-пати, кинки-маркет — это то, где можно одеться на эти вечеринки, и кинки-практис — это мастер-классы по сексуальным БДСМ-практикам. Все это я делаю последние 3 года. Вообще по образованию я режиссер, и ушла оттуда именно в тот момент, когда встретилась с миром кинки, бурлеском, и поняла, что мне это намного больше интересно. Когда мы начали заниматься кинки-вечеринками, как-то постепенно феминизм стал вползать в мою жизнь, потому что ценности кинки-сообщества напрямую связаны с идеями равноправия, взаимоуважения и к тому, что женщина может проявлять инициативу в сексе, и секс может происходить только по активному согласию двух взрослых людей. Руководство кинки-компании — это женщины. И это фем-стартап абсолютно. Например, русский БДСМ, он очень ортодоксальный. Мужчины рассказывают, как женщины должны быть субмиссивными. Если ты там не любишь что-то очень агрессивного, то ты или жестокого, то ты слабая и недостаточно, в общем, хороша, чтобы называться субмиссивной. И в целом там очень много порицания тех людей, которые, например, называют себя свитчами и любят в разные стороны меняться. Есть много негатива к мужчинам, которые немужественные, да, выбирают нижнюю сторону. Хотя того, что ты умеешь там шлепать женщин по попе и драть их за волосы, ты более мужественным не становишься. Мы очень много делаем с точки зрения образовательной деятельности. Все наши лекции связаны так или иначе с равноправием, феминизмом, сексуальным просвещением. Мы объясняем, почему это важно, потому что очень много к нам приходят новичков, которые думают, что у нас что-то про такое веселое про секс. Они клюют как бы на эту наживку, что сейчас мне будет много условно бесплатного секса. Потом они приходят, и мы говорим: «Во-во-во, погоди, сейчас мы тебе расскажем». Потому что без равноправия невозможен классный секс. В России я практически не встречаю мужчин-профеминистов. Так или иначе, есть парни, которые интересуются эту тему вот в нашем кинки-комьюнити, но надо понимать, что они уже все давно разобраны. У меня были моменты, когда я расставалась с парнем. Ну, как расставалась? Во-первых, у меня не было настолько длительных отношений, чтобы я могла это назвать прям расставанием. Потому что обычно, что какая-то фигня происходит, я узнаю достаточно на ранних стадиях. Вот. То есть были моменты, когда я привела одного моего потенциального парня на бурлеск, и он увидел, как там танцует, вышла на сцену девушка плюс сайз. И он скривил такое лицо, что я сначала подумала, что на сцене что-то произошло, что она там упала или у нее откололся каблук. А потом я на него смотрю, говорю: что такое? Он говорит: фу, типа она что, сейчас будет раздеваться? И в этот момент меня переклинило, я поняла, что я не смогу с ним общаться. Даже потом он извинялся и говорил, что это шутка, но мне вот не помогло. У меня есть иногда ощущение, что у меня не было длительных серьезных отношений именно потому, что я слишком уважаю себя, чтобы вовлекаться в какие-то абьюзивные отношения или отношения с людьми, где меня не уважают и не ценят. Решила, что я буду классная, и напишу в своем профиле, что я феминистка. Ну, во-первых, количество лайков уменьшилось вдвое. Во-вторых, я стала практически рупором феминизма,
совершенно того не ожидаю, потому что каждый второй спрашивал у меня: так, подожди, а феминизм это про что? Это вот про небритые подмышки и мужененавистничество? И мне приходилось вступать в эту дискуссию, потому что мне хотелось объяснить, что это не так. Каждый раз я на это реагирую все более агрессивно, просто потому что я очень от этого устаю. И, к сожалению, получается, что люди сразу реагируют в духе: а что ты такая агрессивная? Да ладно, я просто спросил. А на самом деле просто он просто спросил уже там 200-й раз. Современный бурлеск — это абсолютно точно фем-направление. Там очень много про равноправие, про то, что называется словами diversity, разнообразие. То есть ты можешь быть любого цвета кожи, роста, пола, веса. Для бурлеска ты всегда подходишь. Я всегда любила сцену. Мне очень нравится творческая свобода, и мне нравится самореализация через сексуальность. Мне нравится придумывать костюмы, образы, танцевать, и чтобы на меня смотрели и мною восхищались. Бурлеск — это когда женщина на своих правилах выходит на сцену и показывает свое тело только потому, что она позволяет это делать. В бурлеске, например, невозможно полное обнажение, всегда остаются на груди пестис, такие наклейки и трусики, потому что это не как стриптиз, это не про объективацию и продажу женского тела, чтобы его побыстрее купили и, значит, использовали. Основная аудитория бурлеск-шоу – это женщины, 70%. Это связано с тем, что женщины видят на сцене таких же, как они, женщин, с неидеальными телами, может быть, там где-то целлюлит. Они видят, что женщина может проявлять открыто свою сексуальность, это не страшно, это красиво, это может быть уважительно. Очень долгое время во всей как бы секс-индустрии, да, там магазины, образование, порно, там, это всегда был мужской взгляд. И в тот момент, когда мы начали делать свою вечеринку, у нас было четкое понимание, что мы хотим сделать, ну, событие, где женщина, прежде всего, самим будет комфортно. Такой матриархат. Слушай, ну такой. Я бы сказала, это равноправие, когда всем хорошо. Не только мужчинам и не только женщинам, а всем. Ты можешь на одну ночь надеть маску и стать каким-то персонажем, или наоборот, условно, снять с себя все маски и, например, в душе ты всю жизнь кошечка, наконец-то побыть собой. То, что там происходит, все-таки имеет какие-то границы или нет? Законы Российской Федерации. Не только. Ну да. Ну, то есть, в смысле, сексом это... заниматься можно. То есть у нас есть несколько правил. Можно все, нет, значит, нет. Не нравится, откажи. Захотелось, спроси. И это как бы, в общем, да, про культуру согласия. Ты когда-нибудь встречался с феминистками? Да, конечно. Феминизм не проблема и не должен ей быть. То есть это даже не должно обсуждаться. Не знаю, можно ли мне материться тут. Я думаю, можно. Если что, они вырежут. Ок, тогда да. Это никакая... не проблема. То есть вообще, я понимаю, почему эта тема всплывает на 100%, и я согласен с тем, что об этом надо говорить. Но я бы хотел, чтобы нам вообще не приходилось оговаривать такое. К черту это. Да. Мы все просто люди. Ты бы стал встречаться с феминисткой? Да, конечно. Со всем, что этому сопутствует? Да, если с моим мнением тоже считаются, с тем, что я думаю. Постой, приведи пример. Что ты имеешь в виду? Например, мы с ней поспорили по какой-то причине, и мое мнение совпадает с ее. Я буду уважать своего партнера и ее мнение. Ну, например. Был такой вопрос: сядешь ли ты в самолет, если пилот женщина? Ага, и что, ты бы сел? Конечно. Эта ситуация, я феминистка, на свидание. Если честно, я не то чтобы всегда говорю об этом. Ну не с порога же об этом говорить. Ага, вот, получи, я такая, и все тут. Эй, смотри сюда. Ты просто в процессе общения понимаешь, как человек к этому относится. Конечно, так всегда. И если видишь, что ваши взгляды не сходятся, то потихоньку сливаешься. Машешь ручкой по-королевски.
как-то мы с моим бывшим парнем путешествовали по Мексике, и я нашла свою старую фотографию за год до этого. И я на ней была очень худая. Я сильно похудела тогда из-за болезни. Я ужасно расстроилась, что снова поправилась, хотя я тогда болела, и поэтому так сильно похудела. А сейчас я была счастлива со своим парнем, и поэтому, видимо, и набрала вес. Но я так на себя злилась тогда, плакала, расстраивалась, что снова поправилась. Я искала в Инстаграме фитнес-аккаунты для мотивации, но открыла для себя бодипозитив. И с этого и началась моя новая жизнь. Я поняла, что именно такой женщиной я и хочу быть. Жить на полную, ни перед кем не оправдываться, носить яркие цвета и бикини, и не стыдиться этого. Это наша вторая дискуссия сегодня, и ее тема — политика некрасивого в обществе, помешанном на красоте. Я Бекки, основательница клуба «Против диет», и я буду ведущей этой сессии. С клубом «Против диет» мы организовываем мероприятия, мастер-классы, семинары об отрицании культуры диет, рассказываем людям, почему диеты не работают и почему они вредны как для физического, так и для психологического здоровья, вдохновляем людей любить свое тело и принимать себя такими, какие они есть. Этот проект появился из моего личного опыта принятия своего тела. Очень долго я сама была им недовольна. Это был замкнутый круг из постоянных диет, и срывов, и новых диет. Мне кажется, я начала спорить об этих темах с окружающими, с братьями, с родными, лет в 14-16. То есть 10-15 лет назад. Тогда слово «феминистка» было почти ругательством. Считалось, что быть феминисткой значит быть небритой, неухоженной, лесбиянкой и прочие стереотипы. Но по-настоящему говорить о феминизме я стала уже в университете, в Оксфорде. Да, тогда. Просто это такое место, где ты постоянно говоришь о своих убеждениях. Мне очень повезло. Я привилегированная женщина. Я живу в Великобритании, я белая, и хотя у меня есть инвалидность, заболевание костей, она не мешает мне жить и передвигаться. И тем не менее, я уверена, что если ты женщина, то хотя бы раз в жизни ты обязательно сталкиваешься с сексуальными домогательствами, комментариями по поводу своего тела или веса. В нашей стране на законодательном и экономическом уровне равенство есть, и кто-нибудь обязательно это скажет. Но проблема в том, что патриархат все время меняет свое обличье и возвращается в новом виде. И феминизм борется не только за права женщин, но также за права транссексуалов, мужчин, квиров. В СМИ это модное словечко. Все знаменитости поголовно называют себя феминистами. Даже еще 10 лет назад в интервью на вопрос «Вы считаете себя феминисткой?» многие отвечали: «Нет, я верю в равноправие, но я не феминистка». А, это так меня бесило! Сейчас, конечно, этого слова больше не боятся. И гораздо меньше боятся быть феминисткой. Сейчас ты можешь быть сексуальной и привлекательной и быть феминисткой. Можешь любить мужчин и быть феминисткой. В каком-то смысле это модно. Не думаю, что это обязательно плохо. Но меня тревожит, что это может размыть, упростить принципы феминизма и свести его к тому, чтобы надеть шляпу в виде вульвы и выйти на протест. Или к помощи только определенной категории женщин. Эта свеча называется «Сожги патриархат». Я купила ее на одном из наших мероприятий в 2018 году, но до сих пор ее не зажигала. Может быть, пора. Я рассказала своему бывшему, что буду сниматься в проекте про свидание с феминистками. А он спросил: «Ты считаешь, это как-то отражается на твоих отношениях, что ты феминистка?» Он сказал, что тоже называет себя феминистом в разговорах с девушками. И им это очень нравится. «Ну еще бы!» — говорю я. «Конечно, им это нравится. Но вот если я напишу в профиле в приложении для знакомств, что я феминистка, это отпугнет какое-то количество людей». Но
Наверное, этого бы я и хотела. Со всеми парнями, с которыми я встречалась, у нас были споры по поводу гендерных ролей, феминизма. Это никогда не было причиной расставания, потому что я считаю, что каждый имеет право на свое мнение. И я не ожидаю, что все вокруг идеальны. Но в то же время, мне кажется, раньше я на многое закрывала глаза и не стала бы делать так сейчас. Хотя бы из-за моей нынешней деятельности. И хотелось бы иметь возможность говорить с человеком об этом и не прятать часть себя. Хочется иметь возможность дискутировать, спорить на равных, а не просто думать: «Ой, все, ты просто ничего не понимаешь». Наверное, встречаться со мной может быть не так уж просто. Наверное, парни устают от постоянных разговоров о гендере, неравенстве и всем таком. Но мне не кажется, что об этом надо меньше говорить. Я считаю, что это важно. Моего бывшего, кажется, это утомило. И, может быть, это одна из причин, почему мы не вместе. Слушай, а есть у тебя какой-нибудь, образ феминистки? Я когда сюда ехал, я так советовался с друзьями. Ну, в том плане, да, что... Взять там, не знаю, пистолет. Не, ну просто я очень боялся каких-то претензий. Вот, может быть, обид еще. Ну, вот таких психологических моментов. Слушай, я не очень хорошо разбираюсь в определениях. Я этого и не жду. Просто скажи, что приходит тебе на ум при слове «феминистка». Многим женщинам отказывают в каких-то правах именно потому, что они женщины, а не потому, что их несправедливо оценивают. И они не в том положении, чтобы что-то изменить. Ну, в плане образов у меня есть несколько примеров. Есть примеры таких ярых девушек, которые ведут образ жизни, который не является общепринятым. Угу. Я его не осуждаю, но он просто выделяется. Ну, подожди. А что такого, что они делают, чтобы вообще их можно было осуждать? Я имею в виду там открытых лесбиянок, которые очень много об этом говорят, угу. Которые делают это на показ. Ну вот, такое складывается впечатление. Многие ливанские мужчины, я сам таких знаю, говорят: «То ее вообще за руль пустил?» Или: «Ну она же женщина, что с нее взять?» Ты бы такого не сказал, то есть? Нет, я против таких вещей. Это бессмыслица. Было даже исследование, что женщины водят лучше мужчин. Еще бы. У мужчин просто скорость реакции выше. Это в чем же? Ну там, чтобы избежать аварии. Значит, ты считаешь, что у девушек хуже развита реакция? Нет, нет. Только в том, что касается вождения. Но чем это объясняется? Не знаю, я просто читал это где-то, не помню. Там так написано было. Скажи, что ты думаешь, и я построю свои аргументы вокруг твоего мнения. Да нет у меня никакого мнения. Я лично вожу лучше вас всех. Забудь про вождение, не будем об этом. Феминизм играет огромную роль в моей жизни. И вот мы тут сидим, разговариваем, и у меня напрашивается вопрос. Вот ты, Самир, если тебе скажут: «Такая-то девушка-феминистка», что придет тебе в голову? Я никогда не задавался этим вопросом. Что это значит для меня? Буквально это стремление к переменам, о которых мы говорим последние лет 125. Еще до суфражисток. А вообще важное разногласие, которое сейчас есть между людьми, касается равноправия и справедливости. Есть те, кто хочет, чтобы мы были равноправными, и это имеет смысл. Но есть и те люди, что хотят справедливости. В том смысле, что теперь наша очередь править. И, как по мне, они ничем не лучше плохих парней. Другой образ. У меня есть просто знакомая, которая философ по образованию, которая участвует в международных конференциях, и она просто глубоко изучала эту проблему. Такую позицию я, наверное, уважаю больше всего. Ну, то есть, когда это не пустые слова, а когда это реальные действия. У меня есть еще вопрос. Давай. Когда я выкладываю сторис в Инстаграме, я высказываю в них довольно радикальные феминистские взгляды. Мне приходит много разных комментариев, и есть такие, которые меня бесят. Как считаешь, это неуважение с моей стороны?
Зависит от того, как именно ты отвечаешь. Но ведь ты знаешь, когда ты заводишься, то отвечаешь заведомо предвзято. То есть это я нервная, а не он? Нет, если это он тебя оскорбил. Но почему он так разозлился? Тебя это задевает, и ты злишься. Ну еще бы. В этом случае я перестаю уважать мнение собеседника, ведь речь о том, что касается меня напрямую. И я говорю об этом, чтобы снять табу и среди женщин, и среди мужчин о темах, которые касаются исключительно женщин. Да, я обеими руками за то, чтобы снять табу и все такое. Но в правах человека прописано, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Да. Ты не можешь посягать на свободу другого человека. Если чье-то мнение отличается от твоего, все, это конец. Ты можешь попробовать переубедить человека, но изменить его у тебя не получится. Поверь мне. И меня это бесит. Ты не можешь изменить человека. Ты можешь изменить человека. Ты не можешь изменить человека. Не пытайся это делать. Не надо. Люди меняются, но не надо стараться, потому что это изматывает. Говорить нужно. Диалог — это очень важно. Да уж, с определенными мужчинами это действительно изматывает. На улице я никогда не чувствую себя в безопасности. Ни днем, ни вечером. Мне было, наверное, 12. Мы возвращались с друзьями из школы и стали брызгаться водой. Я была вся мокрая. Мы побежали домой и по дороге наткнулись на грузовик с военными. Один из них стал свистеть нам вслед. Я помню, мне стало не по себе, я так перепугалась. А потом прямо рядом с нами проехал парень на мотоцикле и крикнул мне по-арабски, что значит «снимай футболку». Я добежала до дома, и мне было так страшно, я была в панике. И в тот момент я поняла, сколько во мне злости. И мне было очень противно от этого. Что я должна была ответить? Стоило ли вообще отвечать? Может быть, мне не стоило так ходить по улице? Мне нравится, что здесь нарисована женщина с нашим флагом. У нее в груди огонь, видите? И пусть огонь революции никогда не гаснет. Мне нравится. Недавно в Ливане произошла масштабная революция, и она стала площадкой для различных движений и групп, позволила им обрести голос и высказаться о несправедливости и неравенстве. У нас прошел марш в поддержку женщин, переживших сексуальное насилие. И это было прекрасно и очень символично — видеть, как эти женщины объединяются и так громко выражают свое мнение по какому-либо вопросу. Я стараюсь делиться этим всем в Инстаграме. Однажды я хотела поговорить о менструации, потому что для меня это очень важная тема. Как нам обрести внутреннюю силу, если такая личная для нас тема является таким табу? Это несправедливо. И я помню реакцию на мои посты. Многие женщины говорили: «Да, это вдохновляет, это так здорово, так и надо, мы не должны этого стесняться, не должны того и этого». Но было и несколько парней, которые написали: «Знаешь, когда мы ходим в туалет, мы не пишем об этом в соцсетях». Если вы не знаете, почему месячные — это табу, спросите. Если вы не знаете, почему иногда женщины стыдятся этого, спросите. Не знаете, почему иногда они болезненные? Спросите. Не знаете, как месячные влияют на жизнь женщин вокруг вас? Спросите. Как это влияет на их психологическое состояние? Спросите. Как это влияет на их сексуальную жизнь? Спросите. 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 Всегда есть кто-то, и почти всегда это мужчина, кто ляпнет что-то, как по мне, глупое и необоснованное. Например: «Да ты постоянно говоришь о феминизме, может, сменишь тему?» Так, будто вся моя жизнь не зависит от этой темы. Я не самый терпеливый человек в целом, и в беседе я не пропущу мимо ушей ни одной раздражающей меня фразы, пока не разберусь, что имелось в виду.
вот ты сказал то-то и то-то, но ты не прав. Даже если все веселятся, и если об этом неуместно говорить именно сейчас, я подниму этот вопрос, потому что меня это раздражает. В мой адрес льется очень много хейта, но мне кажется, это тоже часть диалога. Если я что-то скажу пару раз этому парню, а потом другая феминистка еще пару раз, может, в его голове промелькнет какая-то искра. И, может быть, спустя пару лет он уже подумает, прежде чем говорить такие ужасные вещи. Это уже прогресс. Токсичная маскулинность, мужское доминирование во всех ситуациях, во всех аспектах жизни, от этого по-прежнему некуда деться. Они защитники, они главные, они гордость семьи. Это по-прежнему есть во всех ливанских семьях. Если вы в смешанной компании, где есть мужчины и женщины, вы заметите, что именно мужчины всегда доминируют в диалоге. Ты не можешь открыто говорить на интересующие тебя темы. Если женщина хотя бы немного проявляет эмоции, особенно злобу, когда говорит о чем-то, ее мнение сразу перестают принимать во внимание, потому что она чересчур какая-нибудь. Чересчур эмоциональная или грустная. Когда я говорю, что ненавижу мужчин, не надо затыкать мне рот. Очевидно, что я не имею в виду ненависть каждому мужчину в отдельности. Я ненавижу само понятие «патриархат». Мне всегда будет комфортнее в комнате с женщинами, они поймут меня намного лучше, чем все мужчины когда-либо. Ненавижу ли я мужчин? И да, и нет. Я люблю феминизм, потому что он дает мне смелость. Я чувствую, что я не одна, и что я не сумасшедшая, что проблемы действительно есть. В какой-то момент мне было страшно называть себя феминисткой. И я помню, когда начались эти перемены. Я сказала себе, да плевать. Конечно же, я феминистка, конечно же, это важно для меня. Конечно, на меня большое влияние оказало то, что у меня 3 сестры и нет братьев. Я рада этому. Единственный мужчина в нашей семье — наш отец. Он очень добрый и мягкий человек. Например, когда я только примкнула к группе феминисток в университете, мы с папой договорились встретиться в ресторане. Никогда не забуду, он принес с собой кипу журналов о феминизме и при всех остальных посетителях вручил мне эти журналы. Тебе ведь нравится феминизм, ты интересуешься этой темой. И это было так трогательно. Он при всех так громко произнес это слово, при мужчинах его поколения. Он при всех показал, что он меня поддерживает. В тот момент я в очередной раз подумала, что мой папа самый лучший. То есть ты как бы против радикалисток, но за реальные действия. Обычно те, кто идут на реальные какие-то действия, их сразу чморят за то, что они, ну, знаешь, активистки, на показ тролливали. Те, которые, ну, типа дома сидят, но своим примером, их обвиняют в том, что они недостаточно, значит, изучили тему. Ну, если не так, не разграничивают так жестко. Я имею в виду не на показ в плане того, чтобы привлечь только внимание, а чтобы добиться результата, то есть... Ну, иногда привлечение внимания — это прямая дорога к результату. Ну, вот мне кажется, то, что пропагандировать образы сильных женщин — это одно. А выходить на гей-парад, ну, я не знаю, ну, не гей-парад, но что-то такое, это немного другое. Я не против гей-парадов, но просто это для России это странно. Может быть, пока. Ну, странно пока... только потому, что за это посадят, а так? И с феминизмом, и с гомосексуализмом такая история, что ты как бы делаешь это своим примером, и, как я, например, да, и никуда специально не ходишь. Но ты натыкаешься на то, что здесь к тебе неуважительно относятся, тут тебе по мозгам надавали просто потому, что женщина. Здесь вот в общении начинается мэнсплейнинг, тебе начинают учить, там, как тебе твой бизнес строить, просто потому, что ты женщина. И ты не можешь об этом не говорить. То есть это происходит не потому, что я там вот хочу на показ, знаешь, вот я прям, у меня что-то болит, и я хочу всем рассказать об этом, а просто потому, что это естественно происходит, потому что по-другому не получается пока что. Например, если я поднимаю тему феминизма в беседе с кем-то, атмосфера сразу накаляется. Я хочу, чтобы ты понял, я позволяю себе резкие высказывания, потому что эта тема для меня очень важна. Конечно, потому что это касается твоих принципов.
всей моей жизни. Это основа моей жизни — быть женщиной. Но не обязательно становиться на один уровень с ними. Можно воздействовать на них другими способами. Более дипломатичными и уважительными? Да, опять же, это мое личное мнение. Я понимаю и уважаю твое личное мнение. Ты считаешь, что равноправие уже достигнуто? Нам еще много предстоит сделать в этом направлении, и мне кажется, мы двигаемся по пути к равноправию. Я на это надеюсь. Да, это однозначно проблема, сейчас этих проблем много, и все они серьезные. Например, глобальное потепление, глобальная политика. Да, проблем всегда полно. Дерьма хватает, но мне кажется... Но очень многие эти проблемы напрямую связаны даже не только с гендером, но и с цветом кожи, и с колониализмом. Все эти проблемы влияют на разных людей. И глобальное потепление, и изменение климата, и политика. Это затрагивает многие группы людей. Да, конечно. Одно влияет на другое, и все эти проблемы, они пересекаются так или иначе. По правам более или менее устаканивается ситуация, как я понимаю. То есть мы не совсем отсталые в этом плане. А если брать стереотипы, которые... по отношению к женщинам, по отношению... Ну, потому что, мне кажется, их влияние намного больше, чем какие-то законодательные вещи. Законодательные вещи можно решить легко, а вот со стереотипами бороться придется. Ну, ты же знаешь про закон сейчас, про декриминализацию насилия. Ну, вот есть такой закон, что если твой муж тебя побил, то ничего ему не грозит. Ну, я так подробно не смотрел, но... Ну, знаешь, условно говоря, есть же такая тема, что если секс внутри семьи, то он всегда, ну, как бы... Муж, жена сами разберутся, им положено. То есть, если, например, жена, допустим, говорит «нет», а мужчина насилует ее, то это не насилие, потому что это внутри семьи. Насчет декриминализации, ты меня, конечно, так... Ты не знала? Хорошо. Нет, я что-то слышал, но я не углублялся. Для меня это, у меня в семье никогда такого не было. И я привык думать то, что... Везде все нормально. То есть ты согласен, что существует неравенство между мужчинами и женщинами? Неравенство? Да, да. В какой-то мере есть неравенство. Что ты подразумеваешь под этим? Иногда важные должности с хорошими зарплатами занимают мужчины. Да, но почему? Но так всегда было. И это, по-твоему, не проблема? Это не проблема. Это факт? Это не проблема, но если у женщины есть квалификация, чтобы занять эту должность, то почему бы нет? Но есть ли у нее такая возможность? Возьмут ее или нет, я не знаю, но заслуживает этого она определенно. В Ливане и арабских странах женщина находится в другом положении. В каком же? Все не так, как в Европе или в Америке, например. Здесь всегда на все смотрят через призму патриархата. В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить машину только в этом веке. Не просто в этом веке, всего 3 года назад. Да, я знаю. Когда я шел сюда, я думал прежде всего то, что, ну, феминизм с точки зрения не сексуальный, а с точки зрения там общественности и так далее. То есть просто меня не касалось особо проблемы женщин вот в плане сексуальности, самовыражения и проблем с этим. Потому что, ну, я все-таки мужчина. Но я почему-то был убежден, что у женщин с этим все в порядке. Ну, вот я просто на своей шкуре никогда не чувствовал то, что вот сказать «нет» бывает трудно. Упс, кажется, я все допила. Даже неловко. Да все. Может, закажем еще по коктейлю? Тебе нравится мескаль? Понятия не имею, что это. Это почти как текила, но из другого кактуса. Из какой-то агавы, да? Да, из голубого сорта агавы, а не зеленого. Его пьют не залпом, как текилу. Его нужно по чуть-чуть, маленькими глотками пить. Да ладно, можно и залпом. Спорим, я могу залпом. Это огненная вода. Все-таки к мужчинам предъявляются требования. Там, заработок, статус, еще что-то, да? Ну, это то, с чем сталкиваюсь я, да? То, что... Ну, феминизм, в частности, за то, чтобы с мужчиной вот эту вот всю историю про мужественность снять. Я не против этой разделить истории. Разделить обязанности на двоих. Она мотивирует. Угу. Она мотивирует, и мотивирует очень неслабо. Без нее, возможно, бы мужчины превратились просто... Ну, как бы... Я без не нее, знаю. Возможно, бы мужчины больше помогали по хозяйству. Да я и так помогаю. В чем разница между мужчинами и женщинами сейчас?
Но это очень философский вопрос. Нет, но это относится к каждому аспекту моей жизни. Конечно, я буду задавать такие вопросы. Я никогда в жизни об этом ни с кем не разговаривал. Ни одна женщина ни разу не спрашивала тебя о том, что ты думаешь о неравенстве? Нет, но я знаю, что неравенство существует. В чем разница между тобой и мной? Наши гениталии. Ладно. И все. И все? Ты такой же человек, как я. Конечно, мы оба люди. Но ты сам привел пример, что ты где-то читал, что у женщин хуже реакция за рулем. Да, но это же научные исследования. Что еще получается лучше у нас, а что у вас? Это очень сложный вопрос, Най. Ты привел простейший пример — реакция за рулем. Не так выносит мозг на работе. Я здесь, чтобы пиво попить и расслабиться. То есть это тебя напрягает? Но я же не эссе сюда пришел писать. А ты вообще часто на такие темы говоришь на свиданиях? С девушками не особо, а вот с моей мамой — постоянно. Она самый жесткий человек из всех, кого я знаю. А она феминистка? Я бы сказал, она гуманистка. Я бы так ее описал. Как и себя. Я тоже гуманист. Она просто всегда хочет, чтобы у людей все было хорошо. Не самый плохой способ смотреть на вещи, черт возьми. Представь себе, если бы к женщинам тоже предъявлялись требования о том, что нужно из себя что-то... Эти, кажется, не предъявляют? Стереотип то, что собственность или... Человек, с которым там нянчится. То есть вот стереотипы такие. Еще стереотипы, если по требованиям, то обязательно быть красивой, ухоженной, шлюхой в постели, верной женой. И вот это... Мне кажется, именно с этим и нужно бороться, то что рушить стереотипы и создавать какие-то новые образы. Мы с бывшим все время спорили. Наверное, не спорили, а так дискутировали на тему феминизма. Я довольно категоричная, скажу что-нибудь, а в ответ слышу: «А как же мужчины? Они страдают от тех же вещей». Но это другое. Окей, отдельные мужчины могут сталкиваться с какими-то проблемами. Но в целом, на структурном уровне, мужчины занимают куда более привилегированное положение. Мой бывший вечно говорил: «Девчонки постоянно отшивали меня в школе, а сами красились, чтобы обхитрить меня». Ты тоже можешь накраситься, чего? Вот именно! Так я и отвечала. Это жутко тупо. Глупее ничего не слышал. Типа кто-то может обмануть тебя при помощи макияжа? Чувак, разберись в себе. Да, ты бы стал краситься, нет? Нет, это вряд ли. Нужно поощрять мужчин, которые хотят краситься. История с детства... В классе в шестом был какой-то костюмированный праздник. Я решил быть котом в сапогах. И уже тогда я одел на голое тело какое-то мамин такое красное манто, шляпу, кошачью маску, и нужны были сапоги. И у меня сапогов не было, были у мамы. Вот на таком каблуке я приперся в школу. Да, это было странно. Серьезно, да? Меня не смущало. Прикольно. А что, сейчас вас смутило? На каблуках, наверное, да. Да? А если как кот в сапогах? Если как кот в сапогах на определенную особую вечеринку, то можно. Да. Это несправедливо, что для женщин макияж — это нормально. Да, это бред. А для мужчины это не по-мужски. У всех должен быть выбор. Разве у нас нет этого выбора? Конечно, вокруг этого много предрассудков. Вокруг мужчин с макияжем. Да, мужчин с макияжем. А на женщин, наоборот, давят, что они должны краситься. От них этого ждут. Да, это точно. Мы, конечно, можем выбирать. Но так мы идем против ожиданий. А можно теперь я тебе вопрос задам? Давай. Расскажи о своих отношениях. Что ты хочешь знать? Какими были твои последние отношения? Нет, это личный вопрос. Мне не нужно его имя или откуда он. Я хочу знать, что ты думаешь о своем бывшем парне. О, извини. Уточни, что ты имеешь в виду. Я не совсем понимаю, поэтому не могу ответить. Он пытался тебя контролировать? Кто? Твой бывший. Какой бывший? Я не знаю, Най. Я же не знаю, кто он. Какие девушки тебе нравятся? Ты серьезно спрашиваешь меня об этом на камеру? Окей, я точно спрошу то же самое позже.
А так первое и самое главное, чтобы мне позволили быть собой. Да, я буду мудаком иногда, это неизбежно. Я никогда не любила вешать ярлыки на происходящее в моей жизни. Я тоже. У меня очень определенные понятия о том, какими должны быть отношения. И мне стало непросто сходиться с мужчинами, особенно в последние несколько лет, потому что с моими идеями и взглядами на мужчин я не нахожу с ними общий язык. У тебя было много серьезных отношений? Много серьезных отношений? Нет. Была пара многолетних отношений. И прежде чем мы продолжим обсуждать меня, ты явно пытаешься улизнуть от своего ответа. Да, прости, я не рассказал про свой тип парней. Меня мало волнует, как человек выглядит. Нет какого-то типажа. Для меня важно чувство юмора. Он должен быть веселым, добрым. Очевидно, не должен быть женоненавистником или расистом и все такое. Это сразу нет. Хорошо, если он поладит с моими друзьями. Я не так часто встречаюсь с кем-то в последнее время, потому что у меня много отличных друзей. И не так просто найти того, кто с ними поладит. В плане вот семейных ценностей я увидел у тебя какой-то пост. Неужели ты отвергаешь полностью семейные ценности? Господи, почему? Когда обычно у нас говорят про семейные ценности, имеется в виду абсолютно патриархальная установка, знаешь, ведическая женщина, которая мир в себе несет своему мужу, носит юбки в пол, и очаг женственности, значит, греет своим теплом. И вот это вот обычно именуется семейными ценностями. Мне сейчас кажется, что ну, у людей на первый план вышла какая-то реализация себя, и все остальное подстраивается. Если говорить о том, что сейчас творят женщины в хорошем плане, ну, каких успехов добиваются, то мне кажется, что в ближайшем будущем ну, понятие семьи оно будет трансформироваться очень, ну, очень масштабно. Ну, с этим я согласна. How? Как ты реагировала, когда твой парень вел себя как сексист? Если он вел себя как сексист? Я отвечу про мужчин в целом. Я говорю одно и то же всем, кто заявляет что-то, противоречащее моим взглядам. Я знаю, но все ведь иначе, когда ты любишь человека. Нет. Нет никакой разницы? Это тот же разговор. Разговор-то тот же, но эмоции? Нет. В какой-то момент у меня был период жизни, когда я мечтал о дочке. Вот. Ну, я не знаю, что-то меня стукнуло, я думал, блин, ну, у меня было ощущение, что ребенок будет понимать меня лучше всех и быть ближе всех просто от природы. И у меня были мысли, то, что типа вот, ну, не мужская немного роль воспитывать ребенка. Ну, в том плане, то, что одному. Если честно, я тоже думала в какой-то момент, типа, про историю родить для себя. Долгое, продолжительное время у меня как бы ни с кем не складывались отношения. И знаешь, как часики тут тикают. Думала я об этом, но тоже как-то мне кажется, что, знаешь, ребенка ради ребенка или там просто ради того, что тебя кто-то любил и слушал, все-таки хочется найти мужчину сначала, а потом уже рожать. И тоже для меня не обязательно, что это будут моногамные какие-то отношения или обязательно вот брак, да. То есть это может быть там полигамные или, как сказать, открытые, да, договорные отношения, в которых вы договорились о каких-то условиях, которые вам оба комфортно, и вы их там честно соблюдаете. Такой вариант мне подходит. О, да. О, круто. Его нужно пить не залпом, правильно? Не как шот. По чуть-чуть, да. Ага, ясно. А потом закусить апельсином. Спасибо. Ими закусывают? Да, не кладут в напиток. А если я залпом хочу? Ну, если ты хочешь, то пожалуйста. Да, никто тебе не запретит. Но лучше так не делать. Мне пора на занятия. Что, попросим счет? Можно счет, пожалуйста? На самом деле я очень скромный. Только иногда надеваю каблуки. Класс. И танцую перед зеркалом. Серьезно? В смысле, нет, правда? Нет, перед зеркалом я танцую просто потому, что иногда пришел с работы и хочется как-то выплеснуть накативший негатив или еще что-то. Можно выбить музыку. Прикольно, да. Я тоже так делаю иногда. Может быть, увидимся еще до моего отъезда? Не может быть, а точно. Ну да, если ты хочешь. Если еще сможешь вынести меня после этого свидания. Еще как. Но в следующий раз нужно будет выпить больше. Да, так все легче пойдет, я это понимаю. Одной бутылки не хватит, если мы будем говорить на те же темы.
Но если тема изменится... В беседе со мной эта тема будет возникать так или иначе. Я, если честно, я вообще сдохну от голода. Я бы вот уже начала бы уже поесть. Ну, типа, без кана. Ты не против, я заплачу? Нет, не надо, я сама. Не-не, я заплачу. Ты можешь, но не обязательно. Только если в следующий раз плачу я. Да-да, договорились. Обещаешь? Да, но ты должна меня пригласить. Ты меня пригласишь? Да, без проблем. Договорились? Да, хорошо, договорились. Спасибо. Хоть я и пытался как-то подготовиться, оказалось то, что я многого не знал. Надо больше вот получать информацию об этом, потому что меня это мало касается. И... может быть, очень актуально, и даже, может быть, поучаствовал бы после такого разговора в некоторых мероприятиях. А про свидание само... Мне хотелось бы, не знаю, провести время с девушкой еще как-нибудь. Наверное, мы продолжим. Ну, мне понравились его глаза, и не очень понравилось, что он курит. У меня не было такого какого-то ожидания, что я сейчас приду, и тут такой прям профеминист сидит, и такой, да-да, конечно, на траве. Шел к нему всю жизнь, знаешь. То есть это такая стандартная реакция, с которой можно работать. Все прошло отлично, она милая, хорошая девушка. И я впервые с кем-то говорил на темы, которые в Ливане, как нигде, считаются табуированными. Взглянуть на них под другим углом очень интересно. У меня осталось много вопросов. Думаю, у нее тоже. Но следующее свидание вечером с вином. Все прошло гладко, я не заметила, как прошел час. Даже несмотря на то, что я пыталась его немного спровоцировать, чтобы понять, где у него полезет что-то неадекватное, он всегда спокоен и всегда сводит к общим разговорам об уважении. Что мне как обычно не понравилось, так это отсутствие деталей. Я никогда в полной мере не слышу того, чего я хочу. Мне всегда предлагают немного успокоиться и быть менее категоричной. Я постоянно это слышу. Самир очень хороший, и у нас с Самиром общие друзья. Так что если мы увидимся еще раз, то можем выпить, почему бы и нет? Кажется, все прошло отлично. Конечно, камера немного смущала, но все равно было круто. Она очень милая и любит посмеяться, что тоже отлично. Конечно, я позвал ее еще куда-нибудь. 100%. Ага. Все прошло неплохо. Он показался мне милым, он опоздал, и это не здорово. Но мне понравилось, что он, кажется, знаком с идеями феминизма. Я бы встретилась с ним снова. В любом случае, мы планировали сейчас выпить еще. Да.